Харьков, 13 июля, 14 год, 16:53 по Киеву. Идет просто пиршество, буйство флагов, стягов. Такая солянка из абсолютно противоречащих друг другу политических сил, противоборствующих друг другу политических сил. И украинские патриоты. Черно-красный прапор правого сектора, ну может не правого сектора, но не важно, понятно. Флаг НАТО впервые я сегодня увидел здесь. Флаг крымско-татарский. Крымских татар. И лик Иосифа Виссарионовича. Вот так. И красные стяги с серпом и молотом. Рабочая партия Украины. Марксистско-ленинская. Впервые сегодня тоже ее вижу. Ну, может, видел, не запомнил. И черно-оранжевый стяг. То есть это, я так понимаю, больше за ЛНР, ДНР. Ну, под памятником Ленину заняли позиции украинские патриотичные силы. Патриотические силы. Там еще есть палатка, где гражданская самооборона Харькова раздает свою литературу, неполитическое обвинение за порядок в Харькове и территориальную целостность Украины. Ну, сочетание флагов, конечно, просто. Вот еще флаг гражданской самообороны Харькова. Ну, в общем, все довольно мирно проходит, несмотря на такую, как я сказал, эклектичность собранных здесь сил, стягов и позиций политических. Ну, нету российских триколоров. Я думаю, что именно этим объясняется относительно спокойствия собрания возле здания областной администрации. Милиции немного. И ребята явно совершенно спокойны. Никаких не ожидают неприятностей. Дай бог.